Ребята, всем привет. Вот у меня iPhone. И смотрите, я до этого всегда был с телефонами, у которых установлен Android операционка. С айфонами никогда, как бы сказать, не дружил. Тут вот решил немножко погонять с айфончиком. У супруги старая семерка валялась, ну, лежала, скажем так. Взял его, симку поставил, все. Ходил, ходил, как бы все звонил. Ну, конечно, неудобно было что-то вот в приложениях, вот эти, как бы, там, например, просто даже элементарно там где-то Wi-Fi или еще что-то. У нас на Android сверху свайп это делаешь, тут наоборот снизу. Ну, типа вот такого. Ну, есть такие как бы нюансы, которые, знаете, ну, немножко вот уже на автомате уже привык к одним действиям, а тут немножко другие. Ну, потихоньку-потихоньку походил где-то там 3 дня. И мне на телефоне пропал звук. Носил я его без чехла. Вот у нас имеется такой чехол. Там даже не знаю, типа оригинальный какой-то. Ну, дорогой, по крайней мере, помню, давно покупали. И вот я ходил, у меня просто в кармане был. И бац, пропал. Ну, мне люди звонят, а у меня, блин, звонка ничего нету. Ну, звукового сигнала. Думаю, что такое, блин? И пока там один человек, у которого тоже постоянно, ну, который всегда с айфонами, так сказать, всю жизнь, как они пошли там, а с четверки, по крайней мере, вот он. У него все модели были. Я ему говорю, что, ну, там, по имени, там, что может быть? Ну, я подумал, что уже все, он как бы свое отплясал, тем более седьмая модель уже сколько лет ей. Он говорит, ну, давай посмотрим, берет у меня телефон и смотрит, у меня вот здесь, я просто вот, ну, знал, что есть такая тут фишечка, которая переключается, ну, я как знал, знаете, вот на нее обратил внимание, знаю, что она, ну, для чего нужна. А когда вот не смотришь и просто телефон у тебя сигнала нету, звука нету, и как бы даже не знал, в настройках лазил, все там регулировал, туда-сюда там проверял, в интернете смотрел и как бы ничего там не мог найти. Пока вот мне не сказали, ну опять не напомнили, что вот есть такой переключатель. А у меня в кармане, ну там всякая дребедень есть. И вот получается у меня, так видите, да, сейчас звонки все есть. А у меня, видать, попал в такой режим, вот беззвучный режим включился. Ну чем-то задел. Может быть, рукой там, я не знаю, там как-то. Получается, отключился вот этот режим. Потому что вот это такая фишечка, это только вот на айфонах, на других моделях, сколько у меня было телефонов разных, такого нету. И вот из-за этого переключателя, вот он просто его включаешь, звук пропадает, звонков выключаешь, появляется. И вот я, ребята, ну вот, промучился, пока мне добрый человек не подсказал, не напомнил, так сказать. То, что он есть, я как бы понимал. Но я, по крайней мере, знаете, вот ты его сам звук не выключил, ты как бы это, а когда он случайно отключился, и начинаешь гадать уже непонятно на что. Так что, ребят, если мой совет кому-то будет полезен, всегда, когда у вас пропадает звук, посмотрите на айфонах, что вот, возможно, вот этот не переходничок, а вот это получается переключатель в режиме беззвучно включен у вас. Случайно или нарочно, не знаю. Ну все, кому видео будет полезным, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем пока, до встречи.